и кто дал тебе власть делать это? Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков? Если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка? Не знаем. И я вам не скажу, какой властью это делаю. А как вам кажется, у одного человека было два сына. И он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Первый. Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему.